Ну, никак, вот паузы нет, поэтому команда играет, продолжает играть в формате 4 на 4. Йокипака, бросок, добивание. Рухома, пауза. На пятак, и вот здесь добивание, гол. Сибирь все-таки вырывает эту победу и набирает 2 очка в этом матче. Да, было грандиозное спасение в концовке Бориса, но все-таки в овертайме Сибирь дожимает соперника. Формат 4 на 4. Вот здесь упустили, как Пустинин, а? И вы видите, здесь в борьбе с защитником все-таки шайбу забрасывает Юрки Йокипака. Самый результативный защитник Сибири ставит точку в этом матче и забрасывает свою 4-ю шайбу в сезоне. 2-1 победа.